Много облегчения. Сейчас очень хорошо. Больше наружного повода. Не тяни внутренний. Чтобы в два повода было чувство. Очень хорошо, Даш. И вот смотри, чуть-чуть отработай внутренней рукой, а наружную держи. Можешь внутреннюю чуть подсбрасывать даже. Хорошо. Пяточка вниз обязательно. Очень хорошо, Даш, молодец. Чувствуешь, он на темпик такой подстает, да? Ритмично, да, молодец. Толкай, 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 толкай. Он сейчас будет тебя проверять и обманывать. Спокойней рука, спокойней рука.